страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в 3 раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить. В данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то действий там в рамках специальной военной операции на Украине, на Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет. Целого ряда лет. Рост затрат подкашивает местные предприятия. По некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами. Лишенный доступных энергоресурсов из России, европейский бизнес вынужден закрываться или искать лучшие доли в чужих юрисдикциях. Этот процесс-то идет.